Вопросы, которые рассматриваются под хадисами 914-915. Первый вопрос. Ма'на-л-ихта. Что такое выделение земли? То есть, что значит правитель выделяет кому-либо землю? Говорит Гуатаин Алиман Тыт-атам минал-арт ау-гайриха. Это когда правитель какой-либо территории выделяет какому-либо из людей часть территории или часть земли. То есть, имеется в виду какой-либо участок. Ау-гайриха или не участок, как, например, дерево или гору или что-либо подобное. Говорит «Ли-инсанин ли-юхиха, ау-ястагиллаха, ау-янтафи-абиха». И это делается, то есть передается этот участок земли какому-либо человеку для того, чтобы он оживил эту землю, то есть возделал ее, ау-ястагиллаха, или использовал ее, ау-янтафи-абиха, или пользовался ею. «Ва-ма-ахуд мин-ал-ката» и слово «ахта» или «ихта» взято от слова «ал-ката». «Ва-катну яхтау ля-уджуз ан-ментиль-каль-айн». «Ката» – это что такое отрезание, обрубание. Так, как будто бы, говорит он, то есть правитель, отрезал ему или обрубил ему определенный участок земли, который затем ему передал. Это то, что такое «ихта» в шариате. Вот это ясно или нет? Знаешь, когда правитель выделяет какой-то участок земли, или дерево, или участок воды, или гору, или что-либо подобное, то есть что-либо выделяется правителем, называется как «ихта» данный.